Там какой-то же сам. Секундант Рибальты выскочил в ярости. Но там просто не смогли остановиться. Запали. Да. А дальше уже захотели продолжить, чтобы никто не мешал. А у вас бывали случаи, чтобы после боя дрались, вот, в раздевалке дрались? Не, у нас что-то я такого не помню. У нас нет. Я не помню, это на клубном уровне, когда много лет назад прошел. На клубный уровень — это самый низкий уровень, да? Так там два боксера подрались в раздевалке, и один другого, значит, нокаутировал, и ты не поверишь, это решили, что зачитали ему официальную победу. К сожалению, не помню имен этих боксеров, но это такая достаточно известная история, ну, очень давно, лет 20 она назад произошла. Ну что, бой состоялся, нокаут был. Ну, не на ринге. Перед боем. Перед боем, да. В раздевалке там. По-моему, там было так, что один зашел другого попугать. Вот. Ну, а дальше... Слово за слово. Вот Тайсон зажал его в углу. И потихонечку. Потихонечку выигрывает бой. А вот сейчас по корпусу. Хорошо пробил справа Рибальта. Ну, вот он убил правую коронку, направо снизу. И Тайсон, судя по взгляду... Вот сбоку, видишь, я тоже так же, правый, только сбоку. Да. Тайсон, судя по взгляду, так сказать, желает ответить добром на добро. Вот, вот оно и пошло. Нет, вроде у Тайсона спокойные глаза, в общем-то. Да. Опа, по почкам. Но он, как бы сказать, вот это один из тех боев, опять-таки, в котором у него не сразу сложилось. Да? И даже как-то не ну, дело в том, что, понимаешь, все привыкли, что он нокаутирует сразу, первый, второй. Ты говоришь, не сложилось. Бой хороший, сложись, у тебя бой. Один человек сопротивляется, другой выигрывает его. Ну, почему же нет? Оп, видишь, великолепно. Ну, просто я так понимаю, что для зрителей того времени, и даже сейчас вы смотришь, вот, много боев, вот смотрели, как-то непривычно видеть Тайсона вот так вот борющегося, да, так вот. Он, Тайсон выходил, клал, в общем, здесь бой. А тут... Противники такие, которые не оставляют... Видишь, пробил корпус, вот явно совершенно пробил корпус Рибальтов. Судя по тому, как Тайсон последующие пару секунд работал. Снизу, хотел повторить. Справа пробил. Но не получилось. Да, очень мощно. Ну, вот... Да. Вот сейчас этот сам Тайсон достал Рибальтов. Да, да, очень основательно причем. Батли не дает. Клинчевать не дает. Клинчевать, да, и зажимать руку не дает. Опять, очередной раз. Вот этот апперкот, причем я заметил, он все время влетает под одним углом, таким неудобно. Теми глазами сейчас Тайсон посмотрел, чтобы раунд кончился. Угу. Нет, Кубинец очень хороший, конечно. Ну, здесь да, наставление. Они, да, они говорят, что надо делать. Но, по-моему, это самое, так немножко не понимает ничего. Ну, по-моему, он делает все, что может. Да, но он делает на автомате, да. Сейчас уже на автомате. Да, научить его бить там многоударными сериями в перерыве не получится. Силу накачать тоже не получится. Ну, все, что может, делает. Очень-то вот этот удар, лучший удар этого раунда. И не только этого раунда. Уф.
Разводит опять бабу. Это восьмой раунд, да? Да, кажется, да. Ну, как ты, Тайсон подустал немного. Нет у тебя такого ощущения? Я бы не сказал, что он устал. Ну, как-то все-таки есть у него что-то такое, утомленность. Двигается он уже не так легко. Хороший перкот пробил, но мимо. Встретил сейчас слева. Удачно. Рибальта остановил порыв. Выбил капу. Да. Ведь началось с того, что два удара пробил Рибальта, да, с апперкотом. Да. А Тайсон контр-каты атаковал и... И все. И полетела капа. Ну, это еще не все. Ну, конечно, не все. Знаешь, у меня все-таки ощущение, что если бы... Опа, хороший нет, удар. Попал, все, попал. Опа. Еще попал. Да. Раунд выходит. Нет, еще нет. Нет. Опять два апперкота. И Тайсон, видишь, уже без защиты. О, просто, все. Видишь, он понял, что он подломал его. И просто начинает, он попал в него и начинает просто ломать. Просто ломать начинает, видишь. Вот чутье его, ой, промахнулся, смотри, как, а. Ну, еще Рибальта огрызается. Видишь, он теперь он даже не заботится о защите, обратил внимание. Да, но он видит, а что, человек уже потрясен. Только не, он в любой момент, он в любой момент, в общем-то. Ругается. Нет. Готов продолжать Рибальта. Но я боюсь, что это все закончится. Видимо, да. Закончился раунд. Ну, там, наверное, повезло Рибальте, да? Да, же перерыв. Я думаю, что добил бы. Он здорово подломался, видно было. Он даже не контратаковал, ничего не делал. Просто Тайсон без защиты, без всяких, шел вперед и все. Но потом в конце, мне кажется, чуть-чуть Рибальта. Потом тот стал снова, вот, апперкот, с которым все неприятности начались, да. После чего, вот, полетела капа. Ой, попал. Да. Как он после этого удара устоял? Ну, положил. Сколько еще промахнулся? Четыре удара промахнулся. Да.